На старте Ольга Уколова, спортсменка из Самарской области. Она мастер спорта по стрельбе из лука, но сегодня еще и легкоатлет. Сначала у нее кросс 1 километр, а после стрельба из лука. Это второй этап Кубка России по стрельбе из лука, дисциплина Archery Cross. По сути, тот же биатлон, только вместо винтовки – лук и стрелы. Километровый кросс, 4 выстрела, за каждую не сбитую мишень – штрафной 70-метровый круг. И снова на кросс. Вот это новый формат в лесопарке. Он тоже очень классный, потому что ровная асфальтированная дорожка. Скажем так, можно уже планировать темп. И в этом большой плюс. Всего нужно пробежать 3 круга. После каждого свой рубеж. Сначала стойка, потом колено, потом снова стойка. Ольга Уколова призналась, что в этот раз стойка ее подвела. С колена она настреляла куда лучше. Потому упор в тренировке будет делать именно на этот рубеж. Тем не менее, дисциплину она закончила в тройке лидеров. После женского этапа – мужской. Дистанция у парней больше. 3 круга по 1200 метров. Рубежи те же. Здесь, говорят, судьям забег интереснее. Легкоатлеты соревнуются со стрелками. Проще легкоатлета научить стрелять из лука, чем лучника бегать, я так скажу. Это уже из опыта многолетнего. А лучника немного другая работа. У них работа на результат, и, соответственно, одна ошибка может все порушить. Здесь, как и в любом биатлоне, ну, в принципе, можно ногами эти ошибки, так сказать, уравнять. Всего во втором этапе Кубка России по стрельбе из лука спортсмены из Челябинской, Самарской, Калужской, Московской, Ярославской областей, а также из самой Москвы и Республики Башкортостан. Рязанцев пока нет. Однако организаторы надеются, что они примут участие в следующем этапе. Сейчас у нас проходит такой формат. У нас 5 кубков России. Вот это второй этап кубка. И третий, соответственно, в Рязани будет. Четвертый этап кубка у нас будет в Брянске. Пятый этап в Калуге. И по сумме этапов у нас от Федерации российской стрельбы из лука денежное вознаграждение. Следующий этап пройдет уже в эту пятницу на стадионе ЦСКА. После спортсменов ждут другие дисциплины и другие города. Задача при этом останется прежней – стать лучше во всем, то есть победить.